Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Александр Сазонтов, и я, как всегда, представляю свой авторский канал «Рождение новой жизни». В этом небольшом видеоролике я вам хочу рассказать и показать, как вот я сделал дополнительные колеса большого диаметра и, соответственно, полуоси на большую колею 1,40 м для мотоблока с двигателем Лифан, мотоблок Салют. Для чего мне это нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы хорошо окучивать средний ряд, когда вот эти вот большие колеса и длинные полуоси, когда сам мотоблок идет, ну, грубо говоря, так, по меже, но при этом он стоит устойчиво, так как положение его колеса расположено очень широко. Вот, ну вот у меня были старые запорожцы, грубо говоря, вы, наверное, на предыдущих видео их там видели частично. И, соответственно, вот я все взял эти колеса, они долгое время простояли. Вот взял не ступицы, а вот тормозные диски от них. Вот эти вот диски, вернее, не диски, а вот эти вот трубы. Это обычно 32-я толстая труба. Ничего здесь заумного нет. Выбил подшипники, накачал колеса. И, соответственно, вот видите, да, прикрутил. Испытание я уже проводил, но, к сожалению, оно было не очень удачно. И связано это было прежде всего с тем, что я просто прихватил колеса к трубам. Вот. И мне хотелось посмотреть, как это все будет. Ну, показали они себя замечательно, но дело в том, что так как все это было на точечной сварке, все это отлетело. И теперь я уже, как говорится, в полной мере все хорошо, качественно обварил. Теперь все это нормально будет держаться. Сейчас обварю второе колесо. Вот видите, оно хоть и целое, но держится вот всего на четырех точках, точечная сварка. Вот, вот так уже было и то колесо прихвачено. И, к сожалению, оно оторвалось. Колеса накачаны, все, хоть и долго простояли, но, слава богу, камеры целые. Вот, сейчас обварю и уже, так сказать, буду ставить. Это все в продолжение к тому, что я начал делать для мотоблока специальные приспособы для прополки между грядей и картофеля. Соответственно, уже покажу испытания и как сам этот пропольник выглядит. Итак, дорогие друзья, оба колеса хорошо проварены, полуоси. Теперь можно приступать к установке их на мотоблок и продолжать испытания по прополке межгрядей или между грядей картофеля.